Мы те, кто взывает страх. Мы те, кто не знает жалости. Мы те, с кем придется каждую часть сегодняшнего фестиваля. Мы боги нищеты. Все очень плохо. Экономика страны вот-вот рухнет, процветает безработица. Людям не платят зарплаты, все на грани отчаяния. А все по вине девушки, по имени Ичика Сакура. Она обладает врожденной способностью поглощать чужую удачу. Из-за этого пострадала уже половина Японии. Поэтому, Мичи, твое задание – найти ее и выкачать из нее всю украденную удачу и вернуть ее людям. Благодаря своей способности Сакура получает то, о чем другие не могут даже и мечтать. Она даже обеспечила ей грудь огромного размера. Я превращу ее жизнь в настоящий ад. Газ Москвы. Все отлично. Я посылала мне всю удачу. Тебе я сказала, а пусть.
Девочка, привет. Мы сегодня с тобой виделись. Я хочу извиниться за то, что ты разбила мой Lexus. Мне сегодня было явление. Передо мной предстал летающий макаронный монстр. И теперь я стал настоящим пастафелином. И как завещает мне моя вера, кому я должен, всем прощаю. Не держи на меня зла. Рылся у тебя в комнате. Подожди. Ну, понимаешь, что у тебя в шкафу тело мертвого Саски?